сьогодні завітала мистецтвознавець, куратор галереї на Спасській 45 Олександра Філоненко. Вітаємо вас. Добре утро. Неспроста ви сьогодні нас прийшли, а анонсувати просто грандіозну подію, яка буде відбуватися у вашій галереї. Ну, не знаю насчет грандіозності, прямо ж вот так вот. Ну, в принципі, галереї в сентябрі исполняється 15 лет, що для провинциальных галерей вообще большое достижение, и в целом для галерей в Украине достаточно выдающееся достижение, потому что, ну, даже на моей памяти, сколько, в общем, вовлечена в сферу современного искусства, я знаю, что и в Киеве открывались галереи, они существовали очень пафосно 5 лет, а потом как бы все сворачивалось. Нет, есть там долгожители, которые существуют еще с самого начала независимости Украины, но их не так уж много. А вот наша Николаевская галерея, вот она такая. Это не то, что мы прям какие-то уникальные, тут больше не было галерей или нет. Говорят, что где-то какие-то небольшие, как бы ориентированные на определенный тип продаж существуют. Но вот мы непрерывно существуем 15 лет и делаем регулярно выставки. И, как я посчитала, примерно у нас уже больше 200 выставок за эти 15 лет. То есть одно время мы вообще выставки делали каждые 2 недели, просто как безумные. Ну и тогда николаевская публика, которая у нас очень такая южная, медленная, жалуется, что как-то мы пока собрались, у вас уже следующее открытие. Давайте как-то медленнее. Не стыгали за вашим темпом. Так. И мы теперь делаем раз в 3 недели или вообще раз в 4 недели, раз в месяц, потому что народ пока раскачается, пока дойдет, и то некоторые жалуются, что они не успели. Да. Що ж, ми можемо тільки пишатися тим, що у нашому місті є така галерея з таким шаленим графіком, шаленим темпом, і нам є до чого рівнятися миколаївцям. Що плануєте на святкування ювілею 15 років відкриття нового сезону? Ну, в этом году мы решили сделать такую как бы обзорную выставку. У нас уже было 10-летие, мы открывали его выставкой Татьяны Кручининой. Она была очень такая красивая, в японском стиле, много красивых таких картинок, золото, в общем, символики азиатской. Но в этот раз мы решили поступить как бы традиционно, потому что обычно на такого рода мероприятия делается что-нибудь сборное. Решили собрать и показать в галерее максимальное количество работ художников, которые у нас выставлялись. Но поскольку галерея небольшая, честно сказать, не все влезли, плюс не все донесли работы, либо когда мы часть работ мы брали с коллекции фирмы Кредо, которая, в принципе, собирает вот работы художников, выставляющихся в их галерее, вообще они владельцы этой галереи, ну, как бы оказалось, что, ну, например, работ по каким-то причинам нет, или кто-то там взял на выставку и как-то она не пришла назад, ну, разные бывают ситуации, в общем, и сейчас на данном этапе у нас вот вечером в 5 часов открывается выставка 23 художников, в общем, выставлявшихся в галерее, но мы как бы делали такую ориентацию, что хотя бы вот будем тех художников брать, которые не меньше 2 раз выставлялись. Ну, там есть пару человек, которые по одному разу, в общем-то, ну, просто работы вот были, хорошие работы, мы решили их, собственно говоря, представить все-таки. И совокупно это будет 27 работ разного формата, то есть там есть большие картины, и маленькие работы, и есть как бы такие интересные панно вот Татьяны Бахтовой, они на окнах висят, такие полупрозрачные картинки, в общем, ну, то есть разнообразно достаточно. Вчера было очень сложно делать экспозицию, потому что когда такие разные работы, это очень сложно повесить их так, чтобы они друг друга, да, не убивали. Потому что работа, если повесить как бы не сочетающиеся, одна будет выглядеть хорошо, другая плохо, либо обе будут выглядеть плохо. То есть такой вопрос достаточно. Мы вчера, получается, с 11 до почти 3 там этим всем занимались. В общем, так что тот, кто придет, тот увидит как бы такой обзор своеобразный тех художников, которые выставлялись в галерее. Можно сказать, что это будет підсумок за 15 лет. Так. Буде підсумок. Ця виставка буде унікальною, тому що через різноманіття і різнобар'я робіт можна буде вибрати на будь-який смак. Вона підійде для будь-якого глядача, на будь-які інтереси. Хотілося б дізнатися трошки за профілем і за аудиторією, на кого буде спрямований той чи інший сегмент. Да, на самом деле в нашей галерее всегда была определенная политика. В те времена, когда, ну, немножко было проще экономически в стране жить, в общем, мы ориентировались больше так на то, что называется актуальным искусством, то есть художники, работающие вот как бы в таких новых всяких, можем сказать, авангардных направлениях. И как бы тех, кто пишет такие уже более академические работы, там пейзажи, натюрморт, какие-то портреты, ну, у них как бы была для этого Союз художников, какие-то другие места, а вот тех, кто любит поэкспериментировать, для тех как бы не было площадки, поэтому мы в основном выставляли таких художников, и плюс, конечно же, молодежь,
молодежь, потому что, ну, молодежи трудно пробиться в серьезные залы, такие как своих художников, тут нужно хотя бы принадлежать, в общем, к ним, а тем более персональную выставку сделать, у них, во-первых, нет невозможности, как бы их не пустят персоналку делать в серьезном, большом каком-то государственном, официальном зале, а во-вторых, у них просто физически нет столько работ, чтобы эти залы завесить, а галерея маленькая, как бы, в принципе, по силам даже молодому начинающему художнику заполнить ее своими работами, то есть вот здесь такой, как бы, хороший такое преимущество, вот, и у нас вот получается два вектора, то есть вот эти вот актуальные художники и молодые художники, но потом, когда поменялись обстоятельства, в общем, мы стали выставлять и более традиционное искусство, но как бы мы предпочитаем все-таки что-то более такое авангардное, интересное, поэтому такого реалистического искусства сегодня на выставке, на открытии будет, ну, может быть, пару работ, в основном это будет все равно тенденция к каким-то либо декоративным, либо таким вот как бы условным трактовкам каких-то вещей, потому что, ну, могу назвать несколько имен, это художники Бахтовы Владимир и Татьяна, ну, они известны достаточно такими нетрадиционными своими работами, но в этот раз они, ну, художник Бахтов живопись вообще принес, в общем, чтобы народ как бы приобщился и понял. Потом будут работы покойного уже, к сожалению, Алексея Маркитана, Виктора Покиданца, будет очень забавная работа, называется «Однажды в Мексике», это такой портрет владельца галереи Александра Скляра в образе мексиканца с ружьем. У нас был такой проект забавный «Однажды в Мексике». Вот он так побаловался, изобразил его в виде такого «эль пистолеро» мексиканского. То есть будут и забавные работы, будут очень красивые работы. Дмитрий Молдованов, конечно, без Дмитрия Молдованова я бы просто не справилась. Он вчера помог мне это все развесить. Он такой профессиональный, как он сказал, я, наверное, лучший в Украине развесчик. Он сделал это очень эффективно и быстро. Я почти в этом не участвовала. Мы построили экспозицию, там общалась дальше с владельцами галереи, разные прочие вопросы решала. Он аккуратненько вешал картиночки, как бы все было хорошо. В общем, ну и, ну, как вы понимаете, и молодые художники, и те, кто вырос у нас в галерее, например, Рустам Мирзоев, он, ну, уже на тот период, когда начал выставляться в галерее, он был достаточно, как бы, сложившимся и, ну, нельзя сказать, наверное, взрослым художнике до 30 лет, они еще в порыве и в поиске. В общем, да, ну, он уже так, как бы, шел, но вот в галерее конкретно сложился очень специфический стиль, за который его теперь узнают в Киеве, он там работает с другой галереей в Киеве, активно там выставляется. Вот. А Николай Плехов, удивительная история, он вообще пришел на первый конкурс «Татьянин день» еще в 2004 году, еще будучи 11-классником, принес пачку работ, а сейчас он уже такой маститый, ну, еще мы называем это молодой художник, но он умеет делать все, что угодно, отписать иконы и расписывать церкви до вот картин в любом стиле, акварель, какая-то такая экспрессивная, что-нибудь более реалистичное в масле, пожалуйста. То есть он как бы, ну, как бы ремеслом овладел, вот если говорить о владении ремеслом, потому что в любом искусстве все равно есть составляющая этого ремесла, он владеет очень хорошо. И вот тоже приятно было смотреть этот рост, вот как он. Не все, конечно, проходило в нашей галерее, но приятно, что люди, которые начинали путь или делали какую-то первую персональную выставку, они возвращаются в галерею через много лет. З ваших розповідей можемо зрозуміти, що ті, хто виставлявся у вас і продовжує виставляти свої роботи, дійсно одна велика родина. Вони допомагають вам у створенні виставки, навіть допомагають розвішувати роботи. Розкажіть, будь ласка, про внутрішнє життя галереї на Спаській 45, про ваші, можливо, якісь товариські зустрічі, про кумедні моменти. Да, це все, звісно, є, і ви праві. Тобто, якимось чудесним образом все так сложилось. Ну, це завжди нормально. Чесно, по-чесному, галерея так нормально должна розвиватися. Любой, даже самые продвинутые навороченные галереи, есть круг своих художников, это, как бы, которыми галерея занимается в каком-то смысле как что-то вроде продюсерского центра, да, то есть обязательно выставки этих художников будут, то есть какие-то еще других, например, у нас много иногородних художников выставлялось, но как бы мы ими не можем в силу, как бы, ну, ситуации заниматься, да, но своих художников мы все время, то есть я когда составляю план на год, я всегда обзваниваю тех, кто обычно у нас выставляется, говорю, хотите что-то в этом году сделать? В общем, то есть вот в этом смысле, конечно же, у нас есть действительно вот такая комьюнити, да, вот какое-то объединение людей, конечно, есть люди совершенно разных направлений, но как-то, вот знаете, отношение в галерее не злобивое, нет вот этого шушукания, какой-то, тут пейзажи, это не подходит, то есть как бы...
наши художники понимают, что вот есть такие художники, есть другие, ну, все хотят жить, хотят творчески самовыражаться. Взаиморазумение. Да, вот это вот как бы я очень рада, что оно получилось, потому что очень часто в творческой среде, не только художественной, в любой, вот есть вот это какое-то такое склоки своеобразное, кто-то кого-то что-то, у нас этого как бы нет. Ну, по крайней мере, я об этом не знаю, может, они мне не говорят, может, там они у себя где-то в мастерской злобствуют, ну, по крайней мере, мне такого отследить. Вы это не подаете. Да, отследить мне это не удалось, в общем, да. Но насчет каких-то забавных моментов, ну, в основном забавные моменты это были какие-то такие выставки. Любит у нас такие забавные вещи делать Дима Молдованов, он много про дикарей каких-нибудь делал выставки, или политические выставки, которые грустные и смешные одновременно с портретами такими. Ну, были очень такие яркие какие-то моменты, я могу сказать, выставки, которые запомнились вот, ну, тем, кто приходил на них, надо же понимать, 15 лет, тут же почти новое поколение людей за это время выросло, которые даже слыхом не слыхивали про некоторые выставки, например, 2005 года, да, вот людям, которым сейчас 20 лет, им-то галерея нужна была в 2005 году, им в песочнице еще почти играться надо было, вот, и поэтому, ну, вот эти воспоминания, я сейчас делаю в Фейсбуке такие посты специальные с воспоминаниями о предыдущих, вот что у меня там осталось, просто как-то не всегда есть фотографии или какие-то работы, плюс как бы компьютеры, они иногда ломаются и что-то исчезает, из них ненадежная вещь, это техника. В общем, ну такие вот выставки, была очень потрясающая выставка Татьяны Кручининой «Ловцы снов», наверное, это такой самый, ну для зрителей самый поразительный проект был, потому что выставка, она была по книге, можно сказать, да, по книге Милорада Павича «Хазарский словарь», это такой очень известный писатель, ну вот он как бы не массовый, для массового читателя, в общем, о хазарской некой принцессе, о тех, она сделала, можно сказать, иллюстрации в скульптуре, то есть это, ну, конечно, звучит как полная дичь, то есть она сделала 9 образов принцессы Атех, на этих скульптурах они были такие многосоставные, были некоторые такие плоскости, на которых были написаны цитаты из этой книги, и мы создали атмосферу в помещении, оно было полностью затемнено, но кто был в галерее, знает, что это такой аквариум вообще, абсолютно прозрачный фактически, с двумя только стенами, и две другие стены, это окна, то есть мы завесили эти окна темной тканью, мы подсветили эти работы, чтобы создать мистическое ощущение, поскольку речь идет о степной принцессе, мы натащили даже полыни, она пахла, вот создавали этот запах полыни, замечательный друг галереи и мой личный друг, сейчас он живет, правда, в Польше, Андрей Шаманов написал микс музыкальный, специальный, сняли видео, ну, то есть вот человек, когда заходил в помещение галереи, он попал в какой-то иной мир, и вот у всех было очень сильное впечатление от этой выставки, и вот кто это ее видел, то есть просто, наверное, вот это вот было, вот как-то, потому что, ну, там сработало не только как бы качество работ, но еще и экспозиционная подача, что вот как бы, ну, не всегда в галерее возможно сделать, да, или не всегда выставка, бывает очень классные работы, ну, как бы тот же Бахтов или Молдованов, или даже Покиданец, они никогда не делают, они просто метр такого уровня, что плохие работы, они могут быть не супер вау, но они хорошие всегда, да, но вот как бы с такими работами сложно создать вот эту атмосферу, ну, затемнять, когда у вас висит живопись или график, как-то даже глупо, в общем, а тут вот именно была эта атмосфера, это вот как любят на Западе играться, создавать вот какие-то даже не совсем уже выставки, а environment, да, что когда человек попадает в выставочное помещение, он просто в каком-то ином мире, да, и он выходит вот такими вот глазами. В общем, ну, вот что-то такое, вот, вот такие яркие моменты были. А так, конечно же, ну, сами понимаете, когда 200 выставок, сколько всего разного проекта, не были такие выставки, которые я чуть ли не выгоняла художников, когда недавно одна скандальная выставка, не буду называть имена художников, но, в общем, я отказалась писать им пресс-релиз, потому что они как-то не нашли необходимым поставить меня в известность, что они толком собираются выставлять, и как бы мы говорим, договорились вроде об одной выставке, названии выставки, а потом они вдруг публикуют под другим названием в сетях социальных, и я просто, ну, на открытие говорю, ну, сами тогда разбирайтесь, то есть мы вас, конечно, не будем выгонять, вот уже ваши висят работы, но я вот ничего не могу сделать. Но художник, который эту выставку, значит, ну, один, их двое, было двое, который вот как бы обиделся на меня сильно, ему приснился сон про то, что на него нападает маленькая крошечная собачка, он ее, на нее замахивается арматурой, хочет ударить, а собачка арматуру перекусывает. Вот. Это фактически анекдот, это так, такой у меня образ. Некоторый художник уже злой, злой куратор галереи ужасный. В общем, такая история. Вот і забавного. Куратор має бути не тільки веселим та радушним, він має бути ще й серйозним та дисциплінованим. Ваша галерея, да, славиться тим, що дійсно у вас завжди дуже цікаві виставки,
цікаво не тільки дорослому глядачу, а й молоді. Ви залучуєте її до перегляду мистецтва. А ось ця виставка, яка є дійсно унікальною, яка підсумовує 15 років роботи вашої галереї, чим будете дивувати, окрім того, що дійсно збираєте найкращі роботи за 15 років? Уточню сразу, что не то чтобы совсем наикраще, а именно репрезентативные работы определенных художников. Кто-то не донес свое наикраще, подумал, ну там много людей, принесу-ка что-то маленькое. В общем, и мы ждали от тебя вот чего-то большого. Ну, художника заставлять нельзя, это бесполезно. Я художник, я так вижу. Я художник, я так вижу. Я еще вот как бы вчера уже ночью, я уже свалилась с ног, но я вообще готовлю слайд-шоу, вот оно будет, ну, на компьютерчике его покажем, потому что мы думали, может куда-то проецировать, но просто реально некуда проецировать, поэтому будет стоять компьютер, там у нас такая есть как барная стойка в галерее, поставим компьютер, и там фотографии за эти 15 лет с открытия. Очень интересно пронаблюдать, как люди менялись, вот как молоды мы были, все эти моменты такие. Шаманов Андрей прислал мне ссылки, я скачала музыку, будет играть вот эта вот музыка. И еще я принесу пару фильмов. Дело в том, что так сложилось, что вот в 2005-2006 году мы сотрудничали с одним киевским документальным режиссером, он еще, правда, и поэт очень хороший, Артемом Сенчило, и он снял несколько фильмов о галерее, о Бахтовых, о выставке, вот, о которой говорю, о вот, «Ловце снов» Татьяны Кручининой с этой принцессой, о тех. То есть я еще покажу эти фильмы. Но опять же, мы будем смотреть, как публика себя чувствует. Если публика склонна с бокалом шампанского погулять, посмотреть работы, то мы это кино навязывать, конечно, никому не будем, потому что обычно все эти навязывания, я когда-то практиковала, разбивала целый сценарий, сейчас мы тут открытие, потом мы всех направим на летнюю площадку, покажем им кино, но я хочу сказать, что в принципе открытие художественной выставки это достаточно неуправляемый процесс, и нужно ориентироваться на месте, потому что в конечном итоге кино идут смотреть два человека, зачем я это все себе голову морочила, то есть вот оно будет опционально, если я вижу, что кому-то интересно, я включу этот фильм, они могут постоять, посмотреть, а кому не интересно, пусть общаются. То есть будемо старатися в такому ненавязчивому форматі робити це все. Я думаю, що ви зацікавили нашого телеглядача, щоб завітати сьогодні до вашої галереї, але варто ж нагадати, о котрій годині варто завітати на ваш ювілей. Так, сегодня в 17.00. Обычно мы открываем выставки в 18, но и некоторые привыкли. Но еще раз повторяю, сегодня 17.00, потому что по соседству в 18 открывается еще один замечательный проект Андрея Лохматова, кинофестиваль «Гражданский проектор». Мы не хотим накладки создавать. То есть можно повеселиться часик в галерее, потом пойти на кинофестиваль. В 17.00, а кто не дойдет, галерея вообще работает. Но у нас такой экономный режим с 14 до 18, все дни, кроме воскресенья и понедельника. То есть там сидит специальная дама, которая, в принципе, в общем, может показать, рассказать. Ну, рассказать, наверное, может быть, не совсем. Но там есть пресс-релиз, обычно мой висит, можно почитать, о чем выставка, если что. Ну, вот как бы контакт через нее держит обычно со мной. Если вдруг что-то страшное нужно объяснить, можно мне позвонить. Дякуємо вам, Олександра, що сьогодні завітали до нашої студії. Вам бажаємо успіху у проведенні, можна сказати, ювілею вашої галереї. А нашим телеглядачам нагадуємо, що сьогодні до нас завітала куратор галереї на Спасській 45, мистецтвознавець Олександра Філоненко.